Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, Семечки, ОЛТВ, Кабака какая-то, Курума и Тучка, Плейбарк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, всем привет. Всем привет. Давно у нас не было классной рубрики, Poppy Playtime гоняется за нами. Есть 5 кошечек, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, даю вам 5 секунд для того, чтобы вы сбежали. Смотрите, что они уже делают, они уже карт... Эй, новые окна, что вы делаете? Это ж в аренду взяли карту. Смотрите, все стоят и ржут с меня. Ой, зайчик. А что, вы не будете спрыгивать? Нет. Я спрыгну. Опа, кто-то спрыгнул. Есть! Да. Смотрите, вот это первая жертва. Хорошо, что вы там остались все. Ой. А ну как? Вот есть, на. Он меня банул! А что ты повелся опять на эту шутку? Стоять! Ах ты, блин, смотри, обманул. А! Да блин, я ж нажал удар! Ну что за вред? Стоять! А я не могу с окна спрыгивать. Могу! Ого, я ж могу прыгать! Ну шо, просто бегать, он нас там. Давай, поймай. Я знаю, что тут кто-то заныкался, я уверен в этом. Нет, там никого, все убежали. Нет. Отвечаю. Ну нычка хорошая здесь была. Честная зайчи. А я могу разбить? А, я не могу в воздухе. А! На! Стоять! А вот теперь вы попались. Ребята, теперь уже пора хоть кого-то себе сделать. Наследника. Нет. Давай, давай, Дина. Наследник. Наследник пристал. Ах ты, блин, вонючий этот кабан. Да не стреляйте, новые ноги. Не, ну я же заяц, я знаю все твои эти. Ну что ты? А что я не могу запрыгивать? Ну нельзя тебе, Дим. Слишком ты блевотный. Если я сейчас не смогу никого убить, придется брать побыстрее монстра. Пока, Миссия, это как бы первый левел у вас. Давайте. Сейчас будет левел номер 2. Сейчас на побегу. Ой-ой-ой. А, нет, это Рахит. Во! Красный, быстрый, дерзкий. Дерзкий. Что по поводу дерзкого я пошутил, это какой-то котик добрый. А я что могу делать? А, да, ты... Точно, это медведь. Дима, блин, не может кота от медведя отличить. Ну чё ты, Дима? А вы думаете, я воду, да, не забегу? Я ж могу резко сейчас взять и перейти. Давай вот. бегать, а. Хорошо, да пацаны, ну это слабый монстр, вот. Вот очень быстрая. Единорог. О. Ого. Та же самая фигня. Не, на правую кнопку нажми. Дима, чё-то ты постоянно какую-то кабаку выбираешь. Да я специально выбираю классных, самых быстрых. Да давай, расскажи. Че она бегает без остановки? Ты меня подписал. Я не могу ее остановить, это психичка, помогите. Да я не могу ее... Что? Там клин... Да ёба... Да что ты, дурела? Это мотор... Да блин, остановись, дурочка! Ну что... Да останови... О. Ну они фиг видят. Ой, сейчас возьму секретного монстра, они не должны видеть. Сейчас. Вы не должны знать, кто это сейчас будет. Потому что это последние ваши минуты жизни на этой карте. Он сейчас катнепа возьмет. Он катнепа взял. А он не может перепрыгивать бордюры. Ну все. Если катнепа возьмет. Вышел на охоту, мощный катнеп. Капец. Ой, блин. Смотри, какая скорость. Первый пошел! Все, первый, говорю, пошел! Я не могу из-за него убивать, что ли? Он мурчит, Он мурчит. Ты убивать должен, кот! Давай иди китикета дам. Ну вот я бы... Он не убивает! Вискас, дай ему вискас. Ну... Он добрый! Да что такое? Это издевательство, что ли, надо мной? А мы специально мод изменили, пока ты не видел, и чтобы ты не... Да, мы там код переписали, теперь все. Да. Вот так вы заговорили, хорошо. Да, мы злые. Берем побыстрее. Да, мы злые. Да что? Есть! Есть! Дима, я же говорю, ты какой-то... Он поддался мне, да? Конечно. Да, я пытался. Я лечу, я бегу! Петушаха. Я птица, я человек птичий. Петушаха, привет. Птичье молоко, да ты? А что, тут есть кто-то? Есть! Да блин! Красава! Красава! Они же сейчас начнут нас мочить. А, я тут не могу. Ура, давай вместе. Ой, идет ко мне, идет, давай. Рома, вместе давай. Цып-цып-цып. Да, блин, я тут в доме застрял, как додик махает крыльями. Так ты и так, блин. Да как я не убил?
Так, нас уже трое. Сейчас будет пацанам очень сложно выживать. А я кстати, довольно-таки быстро бегу. Так прикольно со стороны смотрится, как они крыльями машут. Ну, ЛТВ, последние твои слова. Ага. Красиво обманул, не спорю. Но это тебе не удастся делать вечно. Сейчас я поддавлю твою тактику, смотрите. И молодец. Это было все продумано. Я подался. Да? Гомер, не болись. Ну, он быстрый. Чтобы тебе легче было. Очень быстро бегает. Ах ты, блин, еще б чуть-чуть. Идучка. Ну ты можешь остановиться, мужик. Идучка. Идучка. Он бежит бесконечно. У него какой-то баг, что ли? Он любит бежать. Так, вижу Гомера, ну что? Пацаны, в окружение. Вот, отлично. Отлично. Ну как это ты его не убил? Ой, что-то он зацепился. Так, а не убейте меня. А, так сказал же, не убейте меня. Выходит на охоту настоящий мощный монстр. Какой? Это собака с ногами. Ого. Это кто? И все, я упал просто в воду, и все, я сам себя... Вот блин, да что за... Серьезно? Я не могу выйти? Я разозлился. Да что он медленный тоже? Ну, это страшно было, сам испугался. А кто остался последний живых? Наверное, я, да? Нет, я еще. Нет. А где ты зашкерился? А я знаю, где Госдума. Не надо. Он под водой, он под пирсом. Ах ты, блин, да как я её не убил? Это было очень близко. Зачем ты спалил? Пацаны, давайте, додавливаем его. Крума, не пались. Додавливаем. Ну! Да смотрите, какая толпа за ним бегает. Он спасается. Хорошо, давайте будем опережать события. Сейчас я его встречу. Сейчас, вот он. И будем рассчитывать, что резко бежит сюда. Просто проскочил. Ты красавчик. А ты долго держишься? Нет. А мы подаемся ему. Ну я его должен убить, я. Ой, ты не должен. Должен. Тебе потом. Они, по-моему, идут там. Потом. Блин, да убил. Есть! Нет. Хорош! Кошак еще живой. Так, а где он шкерится? Иди. А кошак все время на крыше сидел. Эй, нельзя крыша. Так нечестно. А он не на крыше, он был в окне. А, да? А где он сейчас? А все убили. А, все. Убили. Отлично. Я остался. А ты еще? Я остался. Вот этот котик хороший. Он реально быстрый. Там где он? Вот он, Гомер, внизу, я его скинул, бегите. Быстрей. Нет. Я должен тоже поучаствовать. Хорош. Да блин. Блин, вот это было сильно. А кто остался еще? Я. Госдума. Госдума? А, я знаю, где Госдума, вон он в доме. А вот, что ты делаешь? Где он, в доме? Я его не вижу. Давайте за ним вернемся. А, вот он. А, нет, блин, не он. Блин, здание. Так, ждем. Он может через окно выскочить. Ну давай, иди сюда. Да блин, я его хочу тоже замочить. Он больше в здании, он тут не выходит. Да ё-моё, какой... Госдума, ты хитрый жук, я вижу. А, все, слился. А вот теперь, Госдума, ты и начинай. Раунд номер 2 начался. Не спешите, вот он. По ступенькам он немедленно поднимается. Он думал, что кто-то... И все, кто-то и спрыгнул, зачем ты это сделал? Он же на понт берет. Я все тут. Он поднялся. Ой. Так, вон он бегает. А я вот тут сижу, иди ко мне. Ха-ха, в бассейн упал! Он теперь оттуда не вылезет. Ему придется переставлять монстра. Че там, водичка вкусная? Пацаны, ожидать, он может сзади быть. Ой-ой-ой, он меня чуть не убил, он мне в спину зашел. Красиво было бы, если бы он тебя замочил. Я снимаю. Здание сейчас будет. Не спеши. Спеши! Дима, привет, за мной. Привет. Пацаны, аккуратно с пулями. Он застрял, он в текстурах застрял. Да, он в текстурах застрял. Нет? Так ты же застрял. Блин, он бежит. Лучшая тактика, я ее продумал. А, вот он. Вот он! А! Отлично. Щенок, пока! Ушел? Хорош. Я убежал.
которая... Нет, хакер. А! Ё-моё, блин! Он понял мою тактику, я запрятался за лестницей. Боже, я так дернулся, чуть мышку не сломал. Я беру читерского монстра. С виду он вроде такой медленный. Смотрите, что он делает, когда начинает бежать. Вот, от него... Ну, никак. Вообще, ну, никак. Я... Не понял. Я не понял. Решил от меня выйти. Да я не понимаю, я тебя не могу убить! Так я должен убить тебя, ну как? Я же быстрый! Я сейчас мышку сломаю. Ну ты же я же быстрый. Так, давайте предсказания. Как тебя же подловить? Ну ты какой жопа. Есть! Молодец. Вот. Я знал, что ты не умеешь играть. Ты ничего не знал. Еще одного убил. Ребят, ну я псих. Ну вот слишком быстрый. А как же и тучка от меня убегала. Да, я согласен, но очень быстрый. Но по ступенькам бежит очень медленно, можно было это использовать в своих целях. Гомер, прыгай сюда, пап. Где он? Он здание большое. Вот я его вижу. Привет! Ах ты, блин, да как? Ну ладно, всё, пока. Да блин! Есть, сожрал. Так, кто еще живой? Я. Плеймарка ищем. Я понял, где он. Я тоже. Может он в здании? Он в доме. Ты... Даже скорее всего в этом. Так, да, я кого, кое-кого видел. А, это хвост. Вот он, блин. Вот он огурец. Огурец? На втором этаже, да. Вонючий огурец, слазь. Эй, не стреляй. Я иду вовнутрь, пацаны. Я внутри. Ну давай. А чё, только мы... Я вас здесь ловлю. Где ты в этом доме, да, Шкериса? Пацаны, только ж не убейте меня. Спасибо тебе. Да ну что ты сделал? Ты меня убил. Я не хотел его. Хотел. Так, а вы его убили или нет? Есть! Я видел, как ты его сожрал. Красава. Решающий раунд ПВП. Кто же лучше, Госдума или Курума? Битва на ножах. 3, 2, 1. Давайте, пацаны, выиграет лучший. Так, Госдума атакует. Все, ты проиграл. Да ну все, да ты упал с крыши. Тебе приз. Мы добрые люди. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой, давай, баба. Всем пока. Пока.